Пойдем. Ну, понимаете, да. А мы с тобой, брат иудеи, Шульханару у нас и цур. Пришла весна и песок с нею. Пришла весна и песок с нею. Пришла весна и песок с нею. Продай хамес и мацу. В деревне, но если Песах на носу, не забывай обычай древний, не забывай обычай древний, не забывай обычай древний, продай хамес, купи мацу. Хамец в укромном месте, грешной старцу имцу. Так будь же ты хоть в этом честен, так будь же ты хоть в этом честен, так будь же ты хоть в этом честен. Продай хамец, купи мацу. Скажи, скажи своим домашним, поведай сыну и отцу, не нужен больше хлеб вчерашний, не нужен больше хлеб вчерашний, не нужен больше хлеб вчерашний, продай хамец, купи мацу. Найди среди соседей боя, знаешь по лицу. Скажи, мол, дело есть такое, скажи, мол, дело есть такое, скажи, мол, дело есть такое. Продай хамес, купи мацу. Один есть Бог, другого нету. Один есть Бог, служит Творцу. Опять весна на этом свете, опять весна на этом свете, опять весна на этом свете. Продай хамес, купи мацу. А пока Тимур ушел, я тут вот вспомнил, как раз Пурим, шутки приняты к этому празднику. И у меня есть такой стишок, вот он тут как раз у нас Пурим с выборами в России где-то совпадает. Потом после выборов сразу будет Пуримшпиль. И у меня есть, да, стихотворение, которое как раз посвящено... оно старое, я его давно написал, но оно сейчас актуально, так, в принципе, там имена почти все те же. Прима... Это подражание Михалкову. Примаков, Немцов, Явлинский стали спорить как-то раз, кто из них трибун российский, кто кумир народных масс. Решили, что об этом граждан следует спросить, выйти утром к Моссовету и устроить плебисцит. Вот выходят вместе трое на Тверскую, стали в ряд. Им навстречу вышел строем на прогулку детский сад. Дядя спрашивает: дети, кто такие мы, ответьте. Дети хором как один отвечают: вы живы. Там были еще. Вот, но
чтобы продолжить пасхальную тему. У меня там целое много песен на пасхальную тему, некоторые очень длинные. Вот. А вот это не очень длинное. Значит, вы знаете, что на тесте задаются 4 вопроса, когда за севером. Да, мать штана, почему то, почему это. И вот тоже есть такая песня, которая на самом деле, да, она написана с другими вопросами, но с тем же другими вальсетами. Почему? Крошка сын обращается к отцу, громко спрашивает: папочка, послушай, почему эту ночь едят мацу и не кушают ни булок, ни ватрушек? Почему в эту ночь едят мацу и не кушают ни булок, ни ватрушек? За столом, на бок левый наклонясь, мы сидим сегодня вольно и свободно. Почему в эту ночь мы сидим облокотясь, а в другие вечера не как сегодня? Почему в эту ночь мы сидим облокотясь, а в другие вечера не как сегодня? Съесть мажор, если скушали карпас, обмакнув в воде соленой, должен каждый. Почему всякий раз мы едим без выкрутас, ну а в эту ночь обмакиваем дважды? Почему всякий раз мы едим без выкрутас, ну а в эту ночь обмакиваем дважды? Старый крем, в эту ночь отведать всем полагается, евреи дорогие. Почему в эту ночь сушают хлеб, а в другие ночи овощи?